И всем привет, это я, Roblox Star, или же Макар. И сегодня мы снова поиграем в Brawl Stars. Давно я не записывал видео по этой игре, не знаю почему. И да, на этот раз я уже действительно не нубик, 6 бойцов. Так-то. Но на самом деле я нубик такой, но... Не воспринимаю себя нубиком из-за того, что... Ну, у нубиков там по 3 бойца, по 4... Ну, так, понятно, в общем. Кстати, я только недавно открыл Була, я еще за него так особо играть не умею. Ну, я много выигрываю в парных столкновениях. Для меня это простенько. Может, и сейчас выиграю, не знаю. Ходим, уходим, уходим пока. А то я остался один, и здоровья у меня осталось мало. Подождем, пока вернется тот игрок. А то один я не справлюсь. Вы сейчас скажете, ну, потому что нет, потому что я булом управлять еще не умею. Нет, 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 плиз, у меня уже жизни нет. А. Ну, хоть не минусик, это так сначала не минусики всегда. Так, во что я давно не играл? Захват кристаллов не играл давно уже. Но мне кажется, я, как всегда, бой сливну. Сливну. Ну, просто я тут уже давно не выигрывал. И игроки стали поумней. Там гриб стоял. Ну вот видите, я похоже сейчас ливнусь тут опять. Ну, надеюсь, мы выиграем сейчас из-за того, что... А, ливнули все, походу. Ну, короче, у меня играть не получается тут. Захват кристаллов для меня пока еще слишком сложен. Вы что подумали, наверное, такие? Дебил, что ли? Ты сам начинал с захвата кристаллов. Какой сложно. Ну, в общем, да, но... С каждым разом это становится все сложнее и сложнее. Вот самое глупое, что всегда делают в захвате кристаллов, это просто сыкуют и прячутся в кусты. Они потому что так проиграют, а другие игроки, они, скорее всего, просто боты и не могут ничего сделать. Тупо стоять на месте и все. Просто, понимаете, у них тут Карл есть, это довольно сильный персонаж. И к тому же Бул не может на больших расстояниях стрелять. Что минусы? Что-то у меня сегодня как-то вот так. Ну, давайте в одиночное. В одиночном, правда, будет посложней.
Потому что каждый сам за себя. Надеюсь, тут никого нет. Мне кажется, тут кто-то есть. Ну пусть они все там переубиваются, я тут подожду. Это такой секрет выигрыша. Хоть и нечестный. Блин, 7 бойцов, ну чё они там так долго? Мне что, самому идти? Ну чё ты, давай уже дерись по-мужски. Супер атака. Вот тут еще один. Нет. Ну, в принципе, это было... Стоп. А вы хоть видели, как он меня убил? Так, мне кажется, он сейчас что-то сделал нечестное, походу. Вы видели, как он меня убил? Я лично не видел. Он просто с одного удара взял и убил меня. Ну, не знаю. Кейсик. Кейсик, как всегда, фигня какая-то будет. Это, в принципе, да, сложно, поэтому там нам дают такой шанс. Так, я сейчас против Эль Прима. А, нет, у Эль Прима больше здоровья. Зачем я вообще снова сюда пошел? Мне сейчас минус по-любому дадут. Но нет, хоть плюс 2. Это уже радует. Так, стоп, я уже в другом, да? Но я все равно вынужден выиграть. Ё-моё! Да как они меня с первого раза убивают? Они хилки, что ли? Плюс один. Ну ладно, все равно. Как есть, так есть. Меня интересует, как они ничего не делают, могут меня убить. Нет, я не сужу как дебил. Дебил, у меня игра. Нет, я так не говорю. Просто... Меня как-то убивают с нескольких раз, и все. Даже Роза сейчас меня сможет убить. Хоть это слабый персонаж. Но у меня просто перезарядка хреновая. Алло. Плюс вы издеваетесь. Ну ладно, а с вами был Макар, или же Роблокстар. Всем до встречи!